Доброе утро. Наш завтрак сегодня вот такой вот. Смотрите, какие уточки у отеля. Сегодня дождь. Зашли в кафе, кофе попить. Sea Place называется. Такой вот вид на море здесь. Еще утро, поэтому народу нет особо. Так, меню. Так, такое меню. Я взяла только кофе и десерт. Еще у них роллы есть. Это в Новом Афоне находится. Мне понравились картинки. Сейчас подойдем, посмотрим. Снаружи не снимала, потому что дождь идет. Такие здесь все шоколадные тона, в принципе, у этого помещения и снаружи, и внутри. И Эдик у нас в шоколадных тонах. Симпатично. А вот, кстати, название видно. Не очень далеко от панорамы находится, если кто знает. Ребятки у нас пока по телефонам болтают, поэтому они еще заказ не делали, а я заказала. Дождь идет не весь день, был перерыв. Вот мы вышли, когда изначально был дождь, потом в процессе, пока ехали, он успокоился, сейчас по новой. Но прям проливных нет особо. Нам еще повезло то, что у нас в отеле прям в номере у каждого идет зонт, но пока мы не пользовались, потому что не сильно поливает. Вот перейти дорогу мы остановились, припарковались и дошли, и не промокли. Абсолютно. Мне уже принесли такой вот классический чизкейк, капучино. Знаете, все болтают. Тут тоже так эти делают, да? Тоненько нарезают. Так, аккуратно. Да, здесь другой хозяин. Че, я посижу? Да. Мы уже на въезде в Сухум. Заехали в первый пункт назначения.
Надо там поговорить о чем-то ребятам. Я осталась сидеть в машине, потому что мне разговаривать не о чем. Погода. Ну, дождь прошел, на самом деле все нормально, но вот посмотрите, лужи, поэтому я думаю, лучше посижу. Так, в принципе, тепло, не особо холодно, ветра нет. Это у кого-то машина так проехала. Пошли смотреть. Деревяшки. Она просто подходит, не было, не подходит, она придет. Вот это вообще все плохо, это скажу. Тут у них еще мандарины вон. Угу. Это они уже на второй склад заезжают. По ценам узнаем, где за сколько продают. Вот и сравниваем. Прям рядышком находится. Все у Сухума. Смотрите, какие-то мандаринки. Ящики прям. О, кентавр. У них тут керамогранит, клей, лаки, обои и хозтовары. Какие-то коробки, не знаю, с чем они. По-арабски написано, видите? С этой стороны. И есть еще вот, в красном. Интересно, что у них там. Вот, а если ты до 9% скинешь, тебе невыгодно будет? До 9 надо мне считать, сколько будет. Ну, я приеду, поговорю. Надо... Чипсик как похудел, точнее, похудел, говорю. Потолстел за 3 месяца. Вот и побежал, толстячок. Тут сидел. Смотри, он тебя узнал, мяукает. Закончили все дела, сейчас заехали в Гагре поесть. Кафе называется Амора. Я кайфую. Томаты брать. А мне тоже горошек положили, зелень. Это у тебя какой суп? Грибной. Точно грибной? Грибной? А у тебя тоже грибной там? Прям. Ну, я не скажу. Хорошо. Точно грибной? Мечтаю уже. День заканчивается. Идем в сторону отеля пешочком. Кафе не очень далеко находилось, поэтому пешком. И увидела очень красивый прибой. Хочу вам показать.